Люся. Друзья, мне нравится ваша креативность. Я сейчас покажу вам, какую игрушку Люсе подарили к дню рождения. Не знаю. Мне кажется, вот с тонким намеком на Влада. Мне кажется, вот одно лицо, Люсь. Похож. Когда папы Влада не будет. В смысле не будет? Ну, не будет. Не будет рядом. Я не договорила. Люся. То у Люси игрушка есть. Так, Люся, ты посмотри, скотина такая. Оп, ты посмотри, что делается. Зараза ты такая. Что, оторвала? Оторвала, конечно. Надо клеить, все. Это у нее во рту, по-моему, еще кусок, забери. Люся. Слушай, у нее, по-моему... У нее как вечер, ты понимаешь, так у нее... Мы же уже витамины не даем. Здравствуйте. Очень приятно, да? Очень приятно. Бери своего котенка, пока нет. Вот ей то ли эта картина не понравилась, ты понимаешь? Я тебе говорю, я тебя буду ругать. Нос она чешет. Ты посмотри на нее. Вот не зашла ей эта картина. Она сейчас там отгрызет. Я говорю, нельзя. Я говорю, нельзя. Говорю, нельзя. Ну, что ты за человек такой, Люська, а? Ну, это ужас. Это ежевечернее какое-то, я не знаю. Называется «Разруш мой дом». Люся. Причем она, ну, шила, это ртуть какая-то, ей невозможно, ты понимаешь, вообще. Чем дальше, тем я больше понимаю, что такое гамадрилы. Это не минуты покоя, не секунды покоя. Посмотри, я как со хвостом ее. Вот, вот, пожалуйста, у тебя куча игрушек, все, играй. Зачем тебе нужны... Люся, Люся. Ну вон, котенок у тебя в гости пришел. Игрушки. Папа. Нет, шило в заднице. Вон, бери, 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 бери. Принесли тебе вчера, да? Игрушечку. Ну, одно лицо. Это да. Тебе уже там говорят, ты понимаешь, что у тебя и с Люськой одна форма черепа и одно лицо. Mm. Ты сейчас прикрываешь, вот это ты сюда села. Ты думаешь, я не замечу, что ты хочешь оторвать еще? Он еще второй тут. Смотри, посмотри на это. И этот, ты понимаешь, что царапает. Понятно. Это что? Эквилибристически двухэтюды. Люся. Да пусть лучше с ним. Люся. Вот что тебе? Ну что тебе эти обои? Да. Ну объясни. Вон, 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 вон. Бать. Что? Скотина. Понимаешь, слово скотина, она за одно видео уже два раза, понимаешь? Причем заработала вот абсолютно заслуженно. У нас это высшее ругательство. Я говорю, высшее ругательство. Так, ремонт надо делать в этом доме. Так, ловим. Люся. Мне кажется, она уже, тут уже ты понимаешь, Ангелина придет, будет в ужасе. Понимаешь, она вчера вот это зарисовывала, почти не видно. Вот это. Да, кусочек. Но тут явно не зарисуешь. Так, давай. Все. Вольер. Ее нельзя вечером, ты понимаешь? У нее какой-то, я не знаю. Все. Там... Вон тебе. Гека. И все, и к папе уже не подлизывайся. Оп, Леня. Гек.
ты чё? Дитё! Оп-оп-оп-оп-оп. Так, открываем. Сейчас. Оп, подожди. Гек. Всё. Ну, он будет орать. Всем спать. Ну, если орать, его еще все равно кормить надо. Я спешу, пусть чуть-чуть, потому что она с ним успокоится. Вадя, это ты сделал как-то неправильно. Это она откроет на раз, два, три. Вон он себе спать пошел. Мой мальчик, мой зайчик. Помогает. Помогает. Скажи, папа, ты не так открываешь. Что такое? Что такое? Сейчас психанет, глянь. Угу. Психует. Скажи, я думала, ты открыть хочешь. Замуровали демоны. Держи, огурец свой потеряла. Фу. Да, вот так и живем. Гека, сиди там. Кто? Давай. Скажи, все не то. Вот каша, скажи, на хорошем молочке, да? Это, скажи, совсем другое дело. И Гека покушает. Я почему-то думаю, что Гек ей заменит пипетку. Он не пищит, не кричит. Люся, не будешь обижать, оставим. Будешь обижать, пойдет пока в семью на улицу. Мне нравится, что мама перетащила котят под навес. Всех этих, но они все равно вот четко знают, как сюда прийти. Да не отбирай ты у него, ты посмотри. Тебе своего мало? Ой, целый день сидишь, ешь. Котенку каши пожалел, а? Все забрал с его стороны. Гек, ешь быстрее. Для чего вот тут лучше выкинуть, да? Ну, что ты его отпи? Но главное, что разрешает все равно есть со своей тарелки. Гека, облизывай. Весь в каше. Так смотрит на нее. Ну, Гека, иди на. На, кушай. Это не тебе. Да на, на. Ой, аж руки от жадности затряслись. Это ж надо быть такой жматя, Люся. Аж руки трясутся. Да. Что, дорогой? Угу. Глазки, да, опять? Что ж такое, никак мы их... Все забыла. Не дала ребенку поесть толком.
Придется забирать, кормить отдельно. Несу, несу тебе. Босс Люсей, наешься, как же. Да, мой маленький. Люся, оставь кашу в покое. Все, кушай. Ты думаешь, я тебе открою? Нет. Так, и он не хочет. Она не ест. Все? Ты не хочешь? Ты хочешь к маме? Ну, что делать? Пошли к маме. Казина, да-да. Вадя, ты отнесешь котенка к маме? Да. Давай, забирай его, потому что он плачет. Она там сейчас возле этих, возле гаражей. Угу. Под навесом. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все, унесли.